Минздрав Беларуси открывает двери роддомов и перинатальных центров для посещений. Об этом сегодня на республиканском конгрессе «Мама.ПРО» в Гродно рассказала главный акушер-гинеколог министерства Юлия Савочкина. Сейчас специалисты создают регламент, который будет регулировать визиты к пациенткам роддомов. В документе прежде всего сделают акцент на комфорте будущих мам и санитарном режиме. Как отметили эксперты, это не разовый проект. Для этого будут созданы определенные правила, чтобы соблюдался санитарно-эпидемиологический режим, чтобы женщины могли себя чувствовать комфортно, потому что у нас, к сожалению, не все палаты индивидуальны, чтобы если к одной маме пришли родственники, это никак не ущемляло состояние самочувствия другой мамы. Создание инфраструктуры для помещения останется за самими центрами и роддомами. Администрация выберет наиболее подходящий именно для них формат визита. Завтра участники конгресса «Мама.ПРО» посетят одно из областных родильных отделений. Благодаря этому уникальному проекту будущие состоявшиеся родители на одной площадке могут обсудить волнующие вопросы с опытными специалистами.